Всем привет! Сегодня 1 мая, рыбалка, открытие сезона ловли с лодки и открытие сезона щуки. Приехали с отцом на озеро, будем пробовать ловить на спиннинг. Спасибо всем, кто подписывается на канал. Ну, не будем медлить, приятного просмотра. Есть? Нормально. Кажется. Это моя. Ну да. Что, отпускаем? Отпускаем. Была. Оп. Поперек схватила, заразина. Карандашик. Да. А чисто видел, как поперек, видишь, за краешек хватило. Ну, пускаю такую, да? Видишь, как за краешек, за самый-самый. Вообще за чуть-чуть. Да, лупенька. В этой стороне тоже бывает. О! Блин, сошла. Ух, такая злая. Да еще раз. Угу. Ну-ка. Ну-ка. Все. 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 Нет, пожалуй. Оп. Хорошая, наверное. Ладно, солнце, давай. Понятно. Ну, не то что прям хорошая, но. Ну да, небольшая. Скажем, но. Клюнет тут. Нормально. Засянет. Клюнул. Да, тяну. Да. Уверен? Ну, уверен. Часто подрыгивает кто-то. Окун точно. Куня. Куня. Халява. Ну, видишь, есть он. Главное, что не видно. Есть. Ну, как бы, может быть, и надо. Вот это, наверное, щучина. Каждый заброс. Толку до щука. Да. Ну,
посмотрим. Это спиннер? Ага. Цепляется за что-то. Опа. О, вот это уже щучина. Или окунь. Щучина. Вот такая же. Да. Куда ты ее будешь выпускать такую? Ну, да. О, уже скотина. Да? Ну да. Ага. Только вот заглотила, зараза. Да? Да. Нет. Что это? М? О! Так. Тут она злая. О. Эх. Оп. Хорошая. Хорошая. Мотанула. Как я ее взял, да? На мотейл спиннер. Килограммовая где-то. Я так думал. Ну тут в размер точно. Ну вот. Размер 50. Тут точно есть 50. Смотри, в пальцы не вкади. Она сначала тюкнула. Я видел. Я остановил. Хоп, и схватила полностью. Ну, килошка точно есть. Ну, ого, 53. По 50, ну, 50... 53, да? 53, да? 53, да? 53 сантик. 850 грамм. Да. Худенькая. Да. Подписывайтесь на канал, ребята. Впереди еще много новых и крутых видео. Схватила мою. Я встал, вот она есть. Хорошая, да, по-моему? Ну, более-менее, да. Это же напильники. Совсем. Пускаем, да? Да. И в размер. Пойдет гулять. О, блин. Он на самом выбросе. Да. Ну, нормальная, да, кажется. Подсадки? Да. Блин, если это она без травы, то может быть и нормальная. Нет. Просто я немножко как-то не так, как надо. Да. Ну, сам кушок был. Завешал? Да. О, а это. К самой этой поднялся. Ух ты! Нормальная поклевочка была. А, это маленькая. Ага. Клевочка есть. На этом наша рыбалка заканчивается. Вот такое получилось открытие. Поймали одну нормальную щуку. Я поймал. Вот как-то так. Всем пока.